Привет всем! Вы на канале... На каком канале? American Boy. И что мы сегодня будем делать? Что мы будем делать? Открывать большую коробку. Лео подарили на Крисмас. Всем привет! Итак, ты готов? Лео, а где ножик? Принеси мне ножик. Ножик это. Лео уже взрослый, ему можно поручать принести ножик. Мы открываем wireless, беспроводной караоке спикер. Ножик принес? Нет. Ножницы тогда. Раз. Кстати, сдавать не придется, не знаешь? Никто не знает. Два. Три. И последнее. Четыре. Правильно. Забираем вот эту. Вау! Открываем! Лео такой excited! Что это? Микрофон! Тоже микрофон! Два микрофона! Возьми один тебе, другой мне. Дорогие друзья, добро пожаловать на канал Лео Норм, The American Boy! Где мы учим английский с детками. Микрофон по-русски и по-английски так же самое будет. Итак, здесь большая колонка. Кулечек в гарбич. И это тоже в гарбич. Какой послушный сын понес все в гарбич. Гарбич это мусор. Все запихнул прям. Итак, что мы здесь видим? Для начала... Микрофона! Давай включим в розетку. О, замигало синим цветом. А где папин... Итак, для начала давайте включаем микрофон. Раз, и ты вставляй второй в эту дырочку. Два. Правильно. Потом включай его здесь. А потом включаем все. Дорогие друзья! Мы звучим в микрофоне, в колонке, в собственном доме. Говори что-то. Нет, очень... Дорогие друзья, подпишитесь на канал. Скажи что-то, Лео. Здрасте. А сейчас мы будем петь очень много песен. Максимальная громкость, лишь бы не запищало. А следующий этап мы подключаем телефон и будем петь песенки под Bluetooth. Лев, скажи что-то микрофон. Класс! А теперь мы вместе поем песенку, которую все знают. Это точно! One, two, three. Есть на небом единственная та, милая моя, пой со мной. Ла-л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 а. На-ла-ла, мы слова вообще не знаем, мы только припев знаем. Мы сейчас перекрутим просто на припев. Сердце ты мое пленила, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
стала ты моею милой. Милая, милая, родная, верю я и знаю, есть любовь святая, и она от Бога нам дана. Милая, милая, родная, верю я и знаю, есть любовь святая, и она от Бога нам дана. Это мы поем песню, посвящаем для нашей мамочки, для моей Анечки и для твоей мамочки. Оказывается, вот это носит. У каждой сторонки на каждой сторонке есть такое специальное гнездышко для микрофончика. И, подключивший Bluetooth, мы можем без провода петь песенки, а также с проводом петь. Вот просто подключить твоему, к вашему телефону или плееру. И эта вещь довольно уникальная, довольно простая. Качество, как вы слышите, китайское. Какой-то дисконнект в этом микрофончике. Так вот, дорогие друзья, прикольная вещь за цену, которую мы купили. Караоке-спикер. Стоит $55. Работают без провода, в парке можно использовать, где угодно. Если бы этот не репел микрофон, вообще было бы классно. Чего же он так репел? А сейчас? Самое классное это, то, что мы можем ее использовать как путешественную сумку. Взял, поднял и на колесиках. Поехал! Мы хотим узнать, какая самая большая громкость. Все, достаточно. На этом это было ревью, обзор этого спикера, который без провода спокойно работает. А ну что-ка скажи. Да, без провода работает. Микрофончик вешаем сюда. Был бы, если бы он еще был без провода, был вообще класс. Wireless. Все, на этой ноте ожидайте номера, песни и выступления нас с Лео вместе с этим спикером в парке, выступления, концерты, турне по всему миру. Скоро в вашем городе. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки!